Здарова, друзья, с вами Латкобуса. Сегодня у нас появилось в игре новое событие, которое готово разорвать ваши сердца, потому что в этом событии вы сумеете получить кучу офигенных наград совершенно бесплатно и без какого-либо доната. Прежде чем мы будем начинать, сегодня у себя в телеграм-канале примерно где-то так в 4-5 часиков я для вас сделал результаты на звездный абонемент, которым вы сумеете забрать себе карточки. Охренеть, каких офигенных игроков, и также с помощью этого абонемента вы сумеете забрать бесплатно, без какого-либо доната, одних из самых лучших игроков. Поэтому просто-напросто участвуйте, получайте самые лучшие, самые офигенные награды, которые только можно получить. Плюс еще 1000 поинтов из этого абонемента вы сумеете себе забрать. Ну и самое главное, самая нужная карточка, которая вас будет ожидать, это карточка Эрика Кантона. 99 рейтинга CFDшника, плюс логотипы, всякие ништяки, которые вам пригодятся в прокачке вашего основного состава. Поэтому участвуйте, и сегодня у каждого из вас есть реально хороший шанс. Всего лишь с вас подписка на мой канал, открыть ваши подписки на ютубе, также поставить лайк под этим видосом и лайк под всеми роликами, которые я выпускал на этой неделе, и также написать всего лишь один комментарий под видосами, которые выходили на этой неделе. Самое главное, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там будут находиться результаты, и плюс еще табличка сегодняшнего ролика будет тоже там находиться. Через меня вы можете купить себе FIFA Points намного дешевле, чем у вас в игре, и также через меня можно купить абонемент, который находится в этом событии. Пишите, нужная ссылка находится в описании. Играете без абонемента туриста и без абонемента звездного, то вы получите, ну, не такие уж крутые награды, как вам хотелось бы, но достаточно неплохие. Вы можете у меня в конкурсе побеждать, участвуйте, бесплатно получайте абонемент от меня. И с помощью того, что получили абонемент, вы уже намного лучше награды будете получать. Да и плюс всякие ништяки еще будет. В разделе основы вам нужно ежедневно проходить испытания, все которые здесь находятся. И под конец вы выбираете себе обычный либо эксперт. Я вам рекомендую все-таки выбирать эксперта. С помощью того, что вы выбираете эксперта, вы получаете получше награды все-таки. И у вас будет хороший шанс забрать премиального кумира 101 рейтинг за очень дешманскую стоимость. Я вам расскажу в следующем выпуске, за сколько вы сумеете забрать карточку Кройфа 101 рейтинга, либо вы сумеете найти таблицу, как забрать карточку Кройфа за очень дешманскую стоимость у меня в телеграм-канале. Да и вообще, табличка сегодняшнего ролика будет находиться у меня в телеграме. Заходите туда, там все сумеете найти. Награды, которые находятся с правой стороны, вы сумеете изично получить за неделю, а возможно даже еще и быстрее. Поэтому приготовьтесь, эти награды вы получите. Получайте тоже бесплатно, каждую неделю они будут обновляться. Раздел квеста вам нужно проходить, потому что в этом разделе вы сумеете получить себе игрока 86 плюс абсолютно бесплатно, без какого-либо доната, очки каникулы, также жетоны селекции. Не забывайте ни в коем случае проходить эти все квесты. И также у нас есть еще дополнительный раздел с квестами. Получайте очки каникулы, играйте матчи Division Rivals, получайте очки каникул и так далее. Из этого вы получаете испанский паспорт и игрока 86+. Игроки, которые вы будете выбивать и получать, вам они нужны будут для турнира, который у нас будет проходить с понедельника по среду. Поэтому готовьтесь, то, что в турнир нужно будет тоже играть, ребята. И вот эта вот марка вам пригодится так точно. Ну и также у нас есть абонемент туриста. Абонемент туриста можно купить за FIFA Points, я вам об этом уже вчера рассказывал. Да, конечно, с поинтами вы сумеете намного улучшенные награды забрать, плюс также еще кучу, во-первых, FIFA Points дают здесь, также усиление навыков дают и много ресурсов, которые вам нужны для того, чтобы забрать карточки 99 рейтинга без доната. Ну как сказать... Я не отношу к донату именно покупку абонемента туриста и звездного. Это так чисто лайтовая для вас темка, которую вы можете купить через меня. Следующий раздел селекция. Давайте я покажу, как он работает. Есть шансы выбить абсолютно любого игрока из этого раздела. Но начинается с первого этапа, где похуже награды, я так понимаю, по бичеве. Тут элитные игроки будут находиться. Вратарь. Парис Сен-Жермен, кстати, хорошо. И Донарума. О, кстати, офигенно, ни хрена себе, я выбил карточку Донарумы. Офигеть, конечно, я не ожидал, что тут такое будет. Но смотрите, грубо говоря, тут еще есть шанс, то, что ты сумеешь выбить того либо иного игрока. Поэтому сначала тебе надо заполнить первый этап, потом, как только ты собрал игроков с первого этапа, ты переходишь во второй этап и так в третий. Рассчитывая на то, что у вас получится забрать карточку 99 рейтинга, я скажу так, ну маловероятно, вы должны быть сумасшедшим донатором, чтобы таким образом сумели себе забрать карточку 99 рейтинга. Поэтому я прям в такое не верю. Сори, но не верю. Отпишите, пожалуйста, в комментариях, что вам здесь выпадало в этих наборах. Мы листаем право, здесь вы получаете без доната монетки, также предметы переноса тренировки и клюверта карточку 95 рейтинга вы без доната сумеете получить. Для того, чтобы забрать карточку Ройфа, вам нужно купить, во-первых,
звездный абонемент, также купить абонемент туриста, и нужно будет определенное количество поинтов. Не особо большое. Я вам расскажу совсем скоро у себя в ролике, как вы это сумеете сделать, и вот прям максимально дешево, так что приготовьтесь. Но блин, вот вроде как, если все правильно подсчитал, то карточка Кройфа максимально дешманская будет, вы охренеете. Смотрите, все подробности с таблички, которые я вам сброшу у себя в телеграм-канале, вы там сумеете легко найти. Вот хотели бы забрать того-либо иного игрока, там все будет расписано. Так что заходите в телеграм-канал, там все для вас есть. Проверяем с помощью таблички, какой рейтинг игрока вы сумеете забрать в этом разделе, в разделе флаги. Во флагах вам дается что? Во-первых, дается офигенное, это то, что награда с рейтингом 60+, может выпасть еще и карточка мастер. Усиление навыка, предметы переноса рангов и так далее. Монетки. Короче, кучу всего нужного здесь можно получить. Вы сумеете забрать без какого-либо доната карточку. Сейчас покажу. Эту карточку можете забрать. Эту карточку можете забрать. Эту карточку можете забрать. А вот дальше, если, например, спускаться, эту тоже можете забрать. Эту тоже можете забрать. Эту тоже можно забрать. А вот здесь вот, конечно, все. Вот здесь вот ваш фарт прерывается, и вы больше ничего не можете забрать. Короче, одну карточку на выбор вы сумеете забрать отсюда. Я бы рекомендовал бы забирать 97 рейтинга игрока. Вернера, либо кто у нас тут еще находится. За него карточка. Ну, решайте сами. Возможно, СПшник вам Винальдума карточка пригодится. ХЗ точно. Но плюс еще, помимо этой карточки, вы забираете себе кучу достаточно интересных наград. Летний базовый рок 5 штучек. Вот кто угодно может из этих игроков выпасть в наборе. Плюс еще усилки. Короче, столько все дается, то что вы будете в таком ажуре, что прям с ума сойти можно. Ну, его карточку вы не сумеете забрать. Даже не парьтесь и не пробуйте. Карточка Чеха. Сумеете ли вы его забрать? Без доната скажу сразу нет. Если вы купите 2 абонемента, то вам потребуется для того, чтобы забрать карточку Чеха 12200 FIFA поинтов. Достаточно, ну, дешевая стоимость для такой карточки. А вот по поводу карточки Прайма расскажу в следующем выпуске. Ну не переживайте, там тоже стоимость такая в FIFA поинтов, ну прям офигительная. Ах, короче, вам понравится. Заходим в летний паспорт, и для того, чтобы вы смогли начать ваш путь в летнем транспорте, вам нужно выполнять квесты. Как только вы выполнили квесты, вы можете передвигаться по Европе. Сначала вы отправляетесь с Испании в Италию, вроде бы как, если не ошибаюсь, да, тут у нас. После Италии у нас Греция, потом у нас идет Турция, Германия и Франция. Все, на Франции заканчиваем и забираем карточку 96 рейтинга игрока. Я так понимаю, это бесплатная карточка, которую вы сумеете получить. Выполняйте обязательно квесты, достаточно интересные награды здесь находятся. Я ради таких наград, ну, думаю, то, что стоит попотеть, и у вас на бездонатке будет такой урок. Прям, ну, супер, мне кажется. Яшики в этот раз просто-напросто нас удивили от души. Ну и глава матчей в стране здесь нужно задротить. Но бляха, на автоигре тоже можно проходить данные матчи, если не хотите задротить, не хотите играть. Просто отыгрывайте сколько там матчей в день. Раз, два, три, четыре, пять. По 5 матчей, я так понимаю, в день играйте, и то, что надо, происходит. Я жду не дождусь, когда окажусь в матче против сборной Украины. Ох. Бляха, ну кайфово, прикольно придумали яшки, мне уж очень нравится. Все сделали грамотно, все красиво, от души. Награды здесь хорошие, награды, жетоны, селекции, очки, каникул. Вот то, что вам нужно для того, чтобы вы преодолели успешно данное событие. Ни в коем случае не забывайте отыгрывать. Каждую неделю у нас матчи сбрасываются, и вам нужно будет по новой отыгрывать данные матчи и получать сюда игрока 86+, а возможно награды будут немного меняться. Не знаю точно, но шансы-то есть. И также я забыл самое главное вам сказать. У нас игроки в разделе флаги спустя 3 недели будут меняться. И спустя 3 недели мы рассчитываем на то, что в этой главе будут находиться новые игроки, которых вы сумеете тоже забрать. Пока что, грубо говоря, мы получаем 2 97 бесплатно. Плюс еще в летнем паспорте 96 получаем. Это без доната, ребят. И если вы донатите, например, звездный абонемент покупаете и абонемент туриста, то вы получаете карточку 99 рейтинга, грубо говоря, на халяву. Вот его карточку можете забрать. Режим испытаний турниров у нас появится с понедельника по среду. Не забываем выбивать игроков из данного события, и они вам пригодятся в этом турнире. Ни в коем случае не забываем о разделе обмена.
В этом разделе вы можете получить себе 4000 очков каникул. Два раза обмен совершить вы можете, и в обмен на это получаете себе очки. Интересная тема, поэтому стоит. И также здесь скоро еще появится игрок 98 рейтинга, который вы сумеете получить в обмене. Это максимально круто, яшники, спасибо. Ну и также у нас в магазине есть возможности получить карточку Руи Кошта. Я думаю, то, что стоит открывать эти наборы, карточка максимально достойнейшая, ЦПшник 99 рейтинга. Ну прям офигенная карточка, которая должна у вас находиться в составе. Что еще тут скажешь? Ну и самое главное, есть офигенное спецпредложение, которое вам стоит тоже открывать, но только до третьего набора, там где вы получаете 10 тысяч очков каникул. Вот эти вот три набора открываете и кайфуете себя. Ну и если хотели бы забрать еще карточку Кройфа, то стоит эти наборы тоже открывать. Набор очков каникул кумиров. Возможно, у вас остались какие-то вопросы по данному событию. Если что, задавайте их в комментариях, либо переходите в мой телеграм-канал. Там вы сумеете найти ответы на все вопросы, которые вас интересуют. Плюс также еще табличка с этого ролика будет находиться у меня в телеграм-канале. Все, ребята, большое спасибо каждому из вас за просмотр. Участвуйте в конкурсе. Сегодня сделаю для вас результаты на звездный абонемент. Лайк, подписка, комментарий. Да и открыть ваши подписки на ютубе. Ну и самое главное, подписаться на мой телеграм-канал. Нужная ссылка находится в описании. Все, ребята, всем до скорых встреч и всем вам пока!